Улица Симбирская, на которой мы с вами сейчас находимся, никогда не была центральной в городе. И нравы здесь царили самые разные. Например, проходя по этой улице, всегда можно было полюбоваться на десятки обнаженных тел в окнах бани Кошлева, которые никогда и ничем не занавешивались. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».